Девочки, просыпайтесь, пора вставать. Встаем, встаем, доброе утро. Это я так медленно нашла, или Аделка так быстро умылась? Все, я готова завтракать. Так, Аделка, а ты хорошо почистила зубы? Что-то ты быстро. Да, конечно, мам, я хорошо почистила зубы. О, шоколадка! Ой-ой-ой. Что случилось, Аделка? Зуб болит. Ой-ой-ой, поехали к врачу. Я тебе только что запломбировали зуб. И стоматолог сказал, что ты очень плохо чистишь зубы. Ну я хорошо чищу зубы. Алёка, кажется, ты быстро умылась. Нет, я хорошо умылась. А ты зубы хорошенько почистила? Да, конечно. Ну ладно. Ай, как больно! Адья, почему тебе больно кусать? Мне кажется, ты очень-очень плохо чистишь зубы. Нет, Амина, я хорошо чищу зубы. Вот, смотри. И... Ну ладно. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Что случилось, Аделка? Зубы болят. Ай-яй-яй, надо что-то делать. Кажется, я придумала. Я сейчас я научу тебя правильно чистить зубы. Ты готова? Готова. Ты знаешь, что зубы надо чистить 2 минуты? Конечно, это же просто. Раз, два. Нет, Адюка, это 2 секунды. Вот, оказывается, в чем проблема. Ты не знаешь, сколько секунд в минуте. Ты не умеешь считать. Вот, оказывается, почему ты плохо чистишь зубы. Ну все, Аделка, я решила твою проблему. Я тебе купила детскую зубную пасту и лесной бальзам. С ней ты будешь чистить зубы до тех пор, пока паста не станет зеленой. А это ровно 2 минуты. О, спасибо!